И всем привет! Вы на канале Плейняша. И сегодня мы отправляемся в путешествие в Майнкрафте в сосновый лес. Будем надеяться, что нам попадутся какие-нибудь уникальные, интересные коровы, которые нам дадут такие же немаловажные инструменты и материалы. Ну, вернее, инструменты они не дают, мы их только можем скрафтить, а вот материалы они нам могут дать. Так, давайте... Вот отсюда. Так, это кто у нас? Обсидиановая корова? Серьезно? И я добыла 2 блока обсидиана обычным каменным топором? Прикольно. Так, давайте еще осмотримся. Может быть, еще где-то тут бегают такие? Обычно там... Минуты 2 надо для того, чтобы сломать блок обсидиана алмазной киркой. А это просто каменный топор. Ну, так вот, конечно, круто. Ничего не скажешь. Так, будем надеяться, что нам еще такие коровы будут попадаться. И что мы с вами сможем так построить портал в ад. Ну, это у нас лазуритовая корова. Мы с ней уже встречались. Ну, здесь тоже она. Так, давайте дальше бежать. Давайте искать что-нибудь интересное. Овцы совсем не интересны. Ну, не могу я пройти мимо нее, конечно. Все-таки лазурит тоже очень редкий материал. Особенно, когда ты зачаровываешь множество предметов. Так, давайте поднимемся наверх. И посмотрим, что у нас здесь будет находиться. Вот, честно говоря, как-то здесь мало животных. Ну или, быть может, мне так сильно везет. А может быть, конечно, в этом биоме действительно намного меньше их. Ну, пока что на горизонте ничего не видно. Отправляемся дальше. Давайте вот тут вот посмотрим. Ага, ну тут у нас самые обычные коровы, из которых можно добыть только кожу и молоко. Так, вот. Мы нашли корову, золотую руду, но, к сожалению, нам не выпали золотые слитки. Это, кстати, печально. Было бы круто, если бы мы сейчас получили золото. Отправляемся дальше. А это кто? А это, кстати, пурпурная корова. Мы с ней уже, кстати, встречались, а из вот такой вот коровки выпадает пурпурный краситель. О, а вот здесь у нас запряталась корова... с железной рудой, но что-то нам совсем перестало вести, и нам совсем не выпадает ничего. Помимо того, что тут очень мало животных, так еще и нам ничего не дается. Так, ну это снова пурпурная корова, вот такая вот она очень красивая.
там у нас пляж, море. Но в море у нас коровы точно не полезут. Они там плавать не умеют. В общем, я вам так могу сказать, что вот в таком вот сосновом биоме вы можете найти единственное, что пурпурных коров, которые вам дадут красивый краситель. Остальные виды коров, конечно, встречаются, но значительно реже. Ну и наконец-то нам выпал золотой слиток, и выпали железные слитки. Потом мы теперь можем скрафтить себе железный топор. Ну и еще можем сказать, что в этой плоскости можно увидеть обсидиановую корову, из которой выпадут обсидиановые блоки. Ну и вы были на канале Плейняша. Всем пока, до новых встреч.